земле. Хлоп,
процессе ты говорил, что-то ты больно любопытный. Скажи-ка лучше, не видел ли ты моего старшего брата? Видел. И он попросил передать тебе, что пошел домой на гору. Тогда мне надо спешить, спохватился средний брат. Если бы я так не спешил, то превратил бы тебя в галку. Но тебе, бедняге, и так досталось. Уж больно ты безобразен. И тролль убрался прочь, а мальчик так и остался сидеть на камне. И по-прежнему в лесу что-то шуршало, да шумело. И вот через некоторое время на поляну вывалился еще один тролль с мешком на спине. Это был младший брат. У этого тролля самым ужасным был длинный прыщавый нос. Хлюп-хлюп, шмыкал нос. «Добрый вечер, дяденька!» — поздоровался мальчик. «Это что за дымовой?» Уделся тролль и стал принюхиваться своим длинным носом. «Я не домовой, я мальчик». «Мальчик так мальчик», сказал тролль. «Ну какой у тебя некрасивый маленький нос. Вот мой нос просто загляденье. Эх, думаю, что принцесса полюбит меня только как увидит, какой изумительный нос. Ну а твой полное безобразие. Я вполне доволен тем, что у меня есть. А что у тебя в мешке?» «Я собрал драгоценные камни, ну и положил жирную вкусную жабу на ужин». «О какой принцессе вы все говорите?» «Не буду я тебе ничего рассказывать», — сказал тролль злобно. «Лучше скажи, не видел ли ты моих братьев?» «Видел. Они попросили передать, что пошли домой на гору». «Ой-ой-ой-ой, надо бежать. Если бы я так не торопился, то превратил бы тебя в сорок. Но тебя и так жизнь наказала. Уродился таким безобразным». И тролль отправился своей дорогой. Мальчик задумался. А может быть, приключения уже начались. И про принцессу какую-то говорят. А пойду-ка я за троллями. Может, что-нибудь со мной случится. Пошел той же тропинкой, что и тролль. А в глубине леса возвышалась гора, в которой был дом троллей. В одной из его пещер сидела принцесса. Это была та самая дочь короля, которая исчезла, собирая на лугу цветы. С одной стороны пещеры была вырублена лестница наверх, а на потолке виднелась дыра, через которую светила ночная звезда. Принцесса сидела на постели из мягкого мха, тем не менее слишком жесткой для девочки, привыкшей отдыхать на пуховой перине. Перед принцессой стоял стол, заваленный едой, обожаемой троллями. Колбаса из мяса дракона, суп из ила с лягушачьими лапками, жареные ушки летучих мышей и кашка из ядовитой. Лучше умереть, чем такое попробовать. Принцесса не осмеливалась говорить вслух, поэтому она шептала, обращаясь к одинокой звезде. «Когда же придут эльфы? Ведь они обязательно должны меня спасти». А тут-то как раз-то и эльфы подоспели. Они проникли через дыру в потолке, поцеловали принцессу в глаза до щечки, дали ей ягодок, фруктов, чтобы она подкрепилась. Затем забрали с собой троллиную еду, попрощались и вылетели наружу. Только эльфы покинули пещеру, как за тяжелой дверью послышались
похвастался он и протянул змею. В дверь снова постучали. «А это должно быть средний брат», — сказала троллиха. Вошел средний брат, поздоровался, снял с себя мешочек. «А вот и лакомство для принцессы», — сказал он и протянул лягушку. И в дверь опять постучали. «Ах ты, вот и младшенький», — обрадовалась троллиха. Младший брат поздоровался, показал свой гостинец для принцессы. Жирную жабу. Пришлось принцессе поблагодарить троллей за подарки. «Ах, я в таком хорошем настроении», — рассмеялась вдруг старуха. «У меня по-настоящему прекрасное троллиное настроение. Я думаю, что сегодня вечером нам надо устроить помолвку. Ты, принцесса, должна выйти замуж за одного из моих сыновей. Можешь выбрать, кто тебе больше по душе. Конечно, ты бы и за троих вышла, они так хороши, но придется довольствоваться одним». И троллиха расхохоталась так, что аж схватилась за живот. Братья-тролли же улыбались и выглядели довольными, ведь каждый из них думал, что принцесса предпочтет именно его. Принцесса же испугалась, ведь эльфы были далеко. «Посмотри на моих сыновей повнимательней. На земле нет троллей прекрасней. Они ведь так похожи на свою мать». Но принцесса сидела со слезами на глазах и с тоской смотрела на звезду. Надежды на спасение не было. И тут она увидела, как звезда скрылась из ее вида. Ее заслонила голова еще одного тролля. Правда, выглядела она как голова обычного мальчика. Но принцесса была уверена, что это еще один тролль появился ей на погибель. «Ну, и кого ты выбираешь?» — настаивала старуха. «Хотя ты в любом случае не ошибешься, кого бы ни предпочла. Мои сыновья умеют колдовать и отыскивать золото, серебро и драгоценные камни. И все они уже достаточно взрослые, чтобы жениться. Младшему на будущей неделе исполнится 947. Если все будет хорошо, они проживут еще несколько тысяч лет. Да и что может случиться? Ведь нам, троллям, надо бояться лишь одного». «Чего же?» — подал голос старший брат. «А я разве вам не говорила?» — удивилась троллиха. «Ах, ну вот видно, настало время вам все узнать. Есть одно заклятие. Мне всегда плохо становится, когда я его произношу. Звучит оно так: дуй-ка ветер посильней, тролли, сдуй скорей, скорей. Дуй-ка ветер посильней, тролли, сдуй скорей, скорей. Ну вот, совсем себя разбитой чувствую. Но это скоро пройдет. Вы не бойтесь, мои дорогие трольчата. Если это заклинание произносит кто попало, оно не причиняет никакого вреда». «А кто же его должен сказать, чтобы оно стало опасным для троллей?» «Ну, настало время это узнать, когда заклинание произнесет мальчик, который ничего не боится. Ни темноты, ни троллей. Вот тогда-то нам и придется туго. Но я лично не встречала такого мальчика. А если мы его увидим, то просто заколдуем, прежде чем он успеет открыть рот». «А я сегодня встретил какого-то мальчика в лесу», — задумчиво сказал старший брат. «Я», — добавил младший. «И он не испугался меня». «И темноты он тоже не боялся», — поддакнул средний брат с испуганным видом. «Вы меня пугаете», — воскликнула троллиха и забегала по комнате. «Почему же вы его не заколдовали?» «Ну, мы и так спешили. Мы скучали по дому и принцессе». «Вот теперь мне на самом деле плохо», — запричитала троллиха, потом подумала, да сказала: «Ладно, бояться там нечего. Откуда мальчишка может знать такое редкое заклинание?
Подбежавший ей свисту выглядел вполне дружелюбно. Он кивал ей, как бы подбадривая. Все-таки он удивительно был похож на простого мальчишку. Но это, наверное, колдовство. И помощи ждать было неоткуда. Ну, почему не отвечаешь? Ты что, спишь? Может быть, тебя ущипнуть? И старуха так сильно ущипнула принцессу за руку, что та вскликнула. Ты, наверное, стесняешься. Давай я за тебя выберу. Пойдешь замуж за старшего брата. Нет! В ужасе закричала принцесса. Нет, нет. Я вовсе не хочу выходить замуж ни за одного из этих ужасных троллей. Я хочу домой. Я не могу есть эту отвратительную еду и дышать этим жутким воздухом. Ах, вот оно что! Разверпела троллиха, да посильнела от злости. Нет, домой ты не попадешь. В королевстве правит моя сестра, и она не только жена твоего отца, но и троллиха, так же, как и я. Твоя мачеха прислала тебя сюда, и она совсем не хочет, чтобы ты вернулась обратно. Ее дочь наследует королевство, а ты будешь жить в моей комнате. Там воздух как раз для принцесс. И кормить тебя буду нашей едой 7 раз в день. И буду тебя щипать и колоть. Уж я займусь то твоим воспитанием. С этими словами старуха крепко схватила принцессу за руку и потащила за собой в мою комнату. Там ты не посидишь на мягком мху. Но вот в то же самое мгновение случилось что-то неожиданное. Послышался голос, обыкновенный мальчишеческий голос. И все словно окаменели. Дуй-ка ветер посильней, тролли, стой скорей, скорей. Дуй-ка ветер посильней, тролли, стой скорей, скорей. И в пещеру ворвался свежий ветер. Он был так силен, что унес с собой троллиху мать и 3 ее сыновей. Произошло это так быстро, что принцесса даже не поняла, куда ее мучители делись. А в дверях появился мальчик. Это был сын дворцового стражника, искавший приключений. «Принцесса, тебе нечего бояться», — торжественно заявил мальчишек. «Тролли никогда не вернутся обратно. Мы можем вернуться домой, а заодно соберем сокровища троллей». «Спасибо, милый мальчик, и прости за то, что я приняла тебя за тролль». Этот мальчик неожиданно расхохотался, а когда наконец перевел дух, заявил: «Это было настоящее приключение». Он явно был доволен, и дети взяли за руки, да отправились во дворец. А в столице королевства развивались флаги и знамен, на площадях гремели трубы. Народ переоделся в лучшую одежду. Сегодня должны были объявить, что наследницей престола станет приемная дочь короля. Сам же король был так погружен в печаль, тоской о родной дочери, что ничего не замечал вокруг. Он сидел на троне и поигрывал скипетром, повторяя все, что ему говорила вторая жена. Он напоминал неразумное дитя, и именно королева управляла страной. И хотя на улицах продолжали шептаться, что она ведьма да троллиха, никто не осмеливался сказать этого вслух. Готовясь выйти к подданным, королева помогла дочери принарядиться. Они никогда не пользовались услугами камеристок. «Закрой все окна и двери и исчезни», —
желает, чтобы моя дочь стала принцессой и наследницей престола. Я буду править нашей страной, пока моя дочь не повзрослеет, чтобы управлять королевством самостоятельно. Король же чувствует себя старым, больным и хочет удалиться от дел. Я и моя дочь будем править справедливо и мудро, но в королевстве необходим порядок, поэтому каждое непослушание будет строго наказываться. Королева закончила речь, и первый министр возложил корону на голову только что объявленной наследницы престола. Все трижды прокричали «Ура!», потому что не хотели рассердить королеву. И тут к террасе подъехал ряд повозок. В первой сидела девочка, которая была так похожа на настоящую принцессу, что все сразу подумали, это она и есть. Спелись курицы.